Здравствуйте, дорогие друзья! В текущем ролике поговорим о компании Steel Dynamics. Значит, неоднократно поступали вопросы, есть ли интересные металлурги в США, то есть кто-то инвестирует в российских металлургов, кто-то интересуется иностранными металлургами, значит, с дивидендными выплатами. И в качестве одного из примеров, чтобы познакомиться, скажем так, с отраслью, выбрал Steel Dynamics. Компания, на мой взгляд, заслуживает внимания среди других, и в том числе среди конкурентов. Есть и, скажем, другие интересные компании на рынке металлургии. Но сегодня поговорим о Steel Dynamics. Я думаю, любая информация будет полезна. Эту компанию, поскольку интересен размер, разрез именно дивидендов, значит, она платит порядка 4%, не очень много, но с другой стороны и достаточно стабильно. Значит, на 19,7% в среднем увеличивает платеж в год, то есть в следующем году при нормальных событиях можно ожидать где-то 4,8%, если дальнейшая динамика роста дивидендов продолжится. Значит, кратенько по компании. Я думаю, что металлургия тут особых разъяснений не требует. Все понимают, что чем занимаются металлургические компании, поэтому перейдем сразу к непосредственной деятельности компании. И чем она меня заинтересовала, скажем, в числе некоторых других кандидатов из металлургии, тем, что компания, в принципе, растущая. То есть, когда я компании рассматриваю, в том числе и дивидендные, ростовые, понятно, что у них в приоритете рост финансовых показателей, потоков, акционерного капитала и так далее. То есть тут у Steel Dynamics, как у дивидендного актива, тоже можно наблюдать рост показателей. И когда подбираю компании для себя или в портфеле зрителей, обязательно этот фактор учитываю. То есть стараюсь максимально выбирать компании, которые помимо роста дивидендов, они еще и растут сами по себе. То есть, в принципе, по этой компании, я думаю, видно, что компания наращивает выручку, есть периодически зоны убытков, это свойственно металлургам, у них есть некоторые циклы, от которых они зависят то больше, то меньше, но видно, что компания развивается. Значит, к текущим событиям, рецессионным, можно сказать так, кризисным, она несколько подготовилась, обратите внимание на увеличение объема кэша по отношению к долгу, то есть компания его нарастила к этим временам, и видно, что она делала это систематически, это достаточно неплохо. То есть говорит о том, что система управления, структура управления, она достаточно адекватная, и люди смотрят, скажем так, вперед. Не надеяться на авось, как бывает в некоторых компаниях, тех же самых конкурентов смотришь, они активно раздают премии, активно раздают какие-то деньги направо и налево, какие-то обратные выкупы осуществляют в условиях тяжелых, а потом оказываются в ситуации, когда денег нет, чтобы рассчитаться по долгам. То есть тут видно, что компания, значит, эти риски минимизирует и в таком вот работает ключе. Долг по отношению к собственному капиталу небольшой. Это радует, но маржинальность, значит, она невысокая, 6,4%, это свойственно металлургам. То есть смотрел и по конкурентам, в том числе в районе 6-7%, у большинства таких компаний маржинальность. То есть хотелось бы больше, но имеем то, что имеем. То есть такая сфера деятельности, если рассматривать эту компанию отдельно, нет, значит, сравнивая со всем рынком, то маржинальность низкая, но стоит всегда, об этом говорю, сравнивать с отраслью обязательно. То есть посмотреть, во-первых, по рынку, а второе, обязательно сравнить с отраслью. Есть свои нюансы, и самое главное, чтобы компания выглядела, скажем, на уровне или интереснее своих ближайших конкурентов. По PE в текущий момент восьмерочка, то есть, значит, отношение текущей цены акции $24 к прибыли на одну акцию, получаем коэффициент 8, это достаточно низкий мультипликатор, ниже, чем рынок существенно. По price to book почти 1 к 1 торгуется компания, тут, то есть, точнее 1.26, то есть чуть дороже, чем балансовая стоимость торгуются акции. Это, в принципе, тоже такой показатель для США, в принципе, вполне нормальный. И по конкурентам тоже этот показатель вполне адекватный. Значит, что говорим, если говорим о дивдоходности, то это 4%. Почти на 20% ежегодно компания приращивает выплаты, это по статистике 3 лет. Вот довольно-таки неплохо выглядит, и компания осуществляет buyback, то есть обратный выкуп акций в достаточно в таком серьезном объеме, это тоже радует. И, собственно, с чего я начинал, что компании, когда мы рассматриваем дивидендные и стараюсь выбирать компании растущие, то есть потом можем иметь вот
примерно подобный график. То есть видно, что исторический тренд восходящий. Тут, естественно, есть взлеты, есть падения. Но я думаю, каждому понятно, что компания в целом по котировкам растет. И не стоит рассчитывать только на вот эти 4% дивдоходности. Стоит рассчитывать еще динамически и исторически на рост котировок. То есть небольшой. Обязательно хочу сделать такую поправку. То есть тут компания не конкретно ростовая, у нее то есть прибыль, то нет, то даже она в убыток выходит, но в целом компания развивается. Это я считаю главное. Значит, сейчас она находится в такой зоне, довольно-таки недорогой, но тем не менее имеется возможность коррекции. Еще об этом, значит, деле я упомяну чуть позже. Далее по событиям посмотрел. Ее отчет 8К, один из крайних, значит, что я вам хотел привести. Вот данные слова. Мы вступили в кризис, это говорит руководитель компании. В кризис, находясь в сильном положении, с достаточными денежными средствами и доступной ликвидностью. То есть это то, о чем я говорил на вот в этом графике. То есть обратите внимание, что все события и все какие-то моменты, они между собой связаны. И разбирая, скажем, один из графиков, разбирая мультипликаторы, какие-то показатели, уже складывается определенное впечатление. И когда мы идем дальше, то есть заявление по СЕКу, по каким-то деятельности компании внутренней, я рассматриваю их в одну из последних очередей и потом уже вижу, что действительно как бы предположения, которые можно изначально выстроить из графиков, из показателей, которые уже свершились, они действительно были, скажем, в том ключе развиты, в котором компания заявляет. То есть они умышленно к этому шли и накопили запас денежных средств, то есть по динамике они видели, что возможно такой разворот событий. Значит, наша дифференцированная бизнес-модель, культура, основанная на результатах, доказали нашу способность генерировать сильный денежный поток в такие сложные времена. Ну и так далее. Значит, тут уже какие-то финансовые показатели, я их приводить не буду. И здесь есть краткие данные по первому кварталу 2020 года. Компания уже отчиталась, и в принципе они меня устроили и удовлетворили. Если мы посмотрим здесь поквартально, то есть тут тоже это уже прогружено. И видите, что ситуация, скажем так, первого квартала 2020 года была довольно-таки сложная. Но в компании, скажем, не так все плохо. Выручка подросла по отношению к предыдущему кварталу. И, соответственно, прибыль здесь есть. Значит, ничего тут критичного такого нет. Ну, в целом, если сравниваем с 2019 годом, конечно, произошло снижение. И по выручке, и по прибыли, и по другим показателям. Значит, ну, в том числе и по чистой прибыли тоже она снизилась. Это закономерно. Я вот подготовил такую новость. Она уже не совсем новость. Значит, но тем не менее, как бы прогноз и текущее состояние он отражает. Производство стали в США находится на нисходящей спирали, поскольку пандемия коронавируса привела к падению спроса на сталь на основных рынках конечного использования, включая автомобильную. То есть это очень многие отрасли страдают, в том числе и страдают металлурги. То есть ожидать здесь какого-то роста по сравнению с 2019 годом, с годом затишья, скажем, когда все росло и развивалось, тут и не стоило, это все понимали. Но результаты, которые организация показала, они, в принципе, меня, как я говорил, удовлетворили. То есть не все настолько плохо в организации, в конкретной. И, значит, по загрузке производственных мощностей ключевой показатель сталелитейной промышленности составил 68%, значит, ключевой уровень 80%. То есть, в принципе, если говорить о том, что производство стали спало, соответственно, компания себя конкретная показала, в принципе, неплохо, соответственно, у кого-то из конкурентов убыло, чтобы у компании Steel Dynamics прибыть. То есть закон сохранения энергии никто не отменял. Если где-то что-то прибывает, значит где-то что-то убывает. Если отрасль вся находится в таком режиме, скажем, тяжелом, то вот компания, она примерно чувствует себя, ну, не сильно существенно хуже по сравнению с предыдущим отчетным периодом, чем сейчас. Ну, я думаю, вы идею поняли. В общем, США по металлургии не очень ситуация, и, соответственно, я думаю, что и в России, и другие страны, если разобрать подробно, там те же самые события и падение спроса. По нашим сталелитейщикам ожидается, если не ошибаюсь, 20-30% снижения
потребления и, соответственно, производства. Далее, то, что хочу сказать по компании. Значит, были вопросы именно в разрезе дивидендной компании. И по дивидендам хотел бы привести данные. То есть, кратенько, это 4.03. Ну, вот есть данные такие, что payout ratio 54%. Это чуть более половины прибыли компания тратит на выплаты дивидендов. И еще, значит, один момент здесь отражен, то есть дивиденды объявлены на акцию. В этот отчетный период компания увеличила дивиденды с 24 центов на акцию до 25. Это тоже, считаю, такой импульс довольно-таки положительный, когда многие компании сбрасывают выплаты. Например, недавно тот же самый Westrock объявил о снижении дивидендов там на 57%, это довольно существенно, хотя компания, в принципе, не испытывала каких-то серьезных трудностей финансовых, но, тем не менее, это сделала, то есть сократила дивиденды. Я думаю, что они решили перестраховаться, и, в принципе, может быть, это в плане развития, в плане долгосрочных инвестиций это неплохо, но в плане, скажем, текущих получений дивидендных выплат она себя несколько дискредитировала, что в такие в какие-то моменты, не совсем даже трудно еще, а уже дивиденды сбрасывает. То есть данная компания, она дивиденды нарастила в тот момент, когда многие компании их сокращают. В принципе, и ей средств на это хватает. И обратите внимание, 10 лет компания выплачивает и наращивает дивиденды. Посмотрел по прошлой статистике, значит, был примерно 2009 год. В 2009 году она серьезно сократила дивиденды, были сложности и вот сокращение дивидендов. То есть, ну вот на протяжении 10 лет она их наращивает. Это и к чему? К тому, что не стоит на 100% полагаться, что доходность Steel Dynamics будет расти, если будут какие-то существенные сложности в деятельности компании, она срежет дивиденды. То есть она не является дивидендным аристократом, ей смысла нет к этому пока стремится, но если будут такие возможности, через 15 лет она дивидендным аристократом станет. То есть это такой не даже 99% вариант. Но пока среди остальных в плане дивидендов и в плане потенциала она выглядит достаточно неплохо. Значит, далее я рассматривал график, уже стал это делать. Я думаю, что кому-то это будет полезно. Тут, естественно, рекомендации никакой инвестиционной нет. Но интересные уровни по компании — это, значит, 20-15%. Собственно, она в эти уровни уже заходила. Не факт, что она к ним вернется, в зависимости от того, как себя будет чувствовать рынок, но потенциально такая возможность имеется. Если несколько, скажем, будут какие-то нюансы в экономике, перестанут деньги вливаться со стороны ФРС, обязательно мы увидим цену в $20. Возможно, если будет дальнейшее развитие рецессионных событий или кризисных, то увидим вполне и 15. То есть здесь вот такая интересная зона покупки была бы. Ну и в целом в текущий момент она тоже чувствует себя, скажем, неплохо и стоит недорого эта компания. А по зонам, как, когда можно выходить, значит, давайте еще аналитиков покажу. Аналитиков открыл. Значит, аналитики выступают за строгую покупку. 6 аналитиков высказали мнение за последние 3 месяца. В самом слабом значении $18, в максимальном 35. То есть тут вилка очень большая получается по аналитике. В среднем на $25 она по консенсус-прогнозу. То есть сейчас компания стоит, давайте посмотрим сколько, $24. То есть в среднем она примерно так сейчас и стоит. Ну, я тут думаю, что скорее она в районе 25 бы не остановилась. Если дальше будет рынок подрастать, вполне вероятно, что она придет к этой границе, а уже от этой границы она может сыграть вниз. То есть вот это интересная зона покупок, вот это интересная зона продаж, так очень условно. Далее, что еще меня интересует, значит, далее идем по цепочке. Установил вот эти границы, где-то $15-$20 в интерес, и уже после просматривал сделки инсайдеров, делаю это в самом конце, поскольку это уже поведенческие факторы. Вот, и, в принципе, мои доводы подтвердились. Симон Брэдли, это один из членов совета директоров, вот он как раз приобретал акции по сумме $20, $21, вот это было еще в третьем месяце, то есть в марте, как раз вот в этих нижних значениях он приобретал, и его товарищ, значит, из компании Альварес Мигель тоже приобретал в районе $21, довольно-таки на приличную сумму они заходили 10-11 числа, то есть, видимо, знали, что будет
повышение цен и посчитали эти цены довольно-таки интересными. Собственно, скорее всего, они примерно также по графику, по этим уровням сориентировались, как и я, что при проходке компании к 20 они их закупили, ну, компания еще ниже в тот моменте сходила и пошла дальше, потому что движение рынка, его волатильность никто предсказать не может, включая инсайдеров и всех прочих. То есть выходов по компании пока нет. Уже ребята, которые входили по 21 доллару, они уже в неплохой прибыли находятся. Вот такая вот информация. Значит, на этом, пожалуй, все. По итогу, что по компании хочу сказать. Не хочу сказать, что эта компания лучший. Столивар нужно, значит, лидера отрасли выбирать. Но при беглом таком рассмотрении, она у меня в списке отслеживаемых, эта организация, считаю, что она довольно интересна. Она, значит, показывает некоторый рост. Видно, что команда управленцев, она адекватная. Это компания дивидендная. В отношении со многими другими столиварами, которые либо не платят дивидендов, либо платят там порядка 2%, то есть дивидендами их назвать можно только с натяжкой. И компания неплохо развивается, сейчас цены на нее не очень, скажем так, дорогие, она падала под 50 долларов, сейчас имеет 50% дисконт от тех значений, которые она имела вот в 2018 году здесь. То есть так вот, не является, значит, инвестиционной рекомендацией. Посмотрите компанию самостоятельно, и только ваше мнение будет правильным в отношении конкретных активов. Ну, компания стоит, значит, рассмотрения. И, как всегда, оцениваю организации по 10-бальной шкале. И с учетом ее фундаментального состояния, ее перспектив, ее прошлых параметров, дивидендов текущих, того, что она их может сократить, значит, не сильно с этим делом церемониться, я поставил бы ей шестерочку. Вот, и, в общем-то, она подходит в дивидендный портфель. Если требуется его разбавить металлургическими компаниями, то эта компания в целом неплохой претендент, но в районе где-то 15-20 долларов я бы поставил ей более высокую оценку, оттуда был бы более широкий потенциал для роста. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание, рад вашим комментариям. И еще одно объявление, завел группу в Telegram, уже начал размещать некоторую информацию, делаю эту по возможности, еще с контентом до конца не определился, но я думаю, информация в любом случае будет полезна, пусть даже и в небольшом объеме, но кто владеет информацией, тот правит миром. Значит, ссылочку на Telegram оставлю в описании, сможете добавиться, и там же есть чат, сможем по возможности пообщаться. На этом все, всего доброго и удачи в инвестициях.